В Госдуме сегодня приступили к рассмотрению важного законопроекта, который касается миллионов наших сограждан. Речь о налоговых льготах для людей предпенсионного возраста. Документ, который внес в Госдуму Владимир Путин, предусматривает, что послабления по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц будут предоставляться не по факту выхода на заслуженный отдых, как сейчас, а по достижению определенного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. За это намерены проголосовать все фракции. Этим законопроектом вносятся дополнительные льготы для людей предпенсионного возраста. Безусловно, мы эту инициативу президента поддержим. Это правильное решение. Кто вступит в предпенсионный возраст, он будет пользоваться льготами как пенсионер. А это имеет значение, у кого дома в сельской местности или какое-то имущество. Эту поправку мы поддержим, как и поддержали те 9 поправок президента, которые улучшили закон по пенсиям. Таким образом, у кого участки меньше 6 соток, они совсем будут освобождены по этому федеральному закону от налогов. У кого это больше, допустим, 10 соток, то 6 соток из налоговой базы вычитываются, они будут платить только за 4. Принято решение о том, что с нынешнего, а не нового пенсионного возраста, будет выплачиваться накопительная пенсия. Мы планируем более чем в 2 раза увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста. Все это в сочетании, с нашей точки зрения, является серьезными страховочными механизмами в условиях перехода к новым параметрам пенсионной системы.